Мечтает стать врачом и борется с болезнью. 6-летняя Маша нуждается в помощи новосибирцев. У нее ДЦП. Чтобы смогла ходить без посторонней помощи, необходима реабилитация. Оплатить очередной курс у родителей возможности нет. С девочкой, не унывающей вопреки недугу, познакомилась съемочная группа «Вестей». Дышите, не дышите. Стать врачом, чтобы деткам не было больно. Заветное желание 6-летней Маши. Диагноз ДЦП поставили в 1,5 года. С тех пор ее и мамина жизнь подчинены болезни. Еще 2 года назад она не могла говорить, не ходила. Встать на ноги Маше помогла постоянная реабилитация. У нас логопед, дефектолог, бассейн. Везде ее стараюсь, уже даже на руках, потому что тяжело. Мы больше на ногах, но опять же тоже тяжело. Тяжеловато, конечно. Но и мы дома не сидим, мы постоянно то в садике, то на реабилитации, то мы на лыжах мечты занимаемся еще лыжами, горными лыжами. Занимаемся ипотерапией. Она очень жизнерадостный ребенок. Вот и вперед. Это мое любимое дело. Научить девочку передвигаться без помощи – задача очередного цикла реабилитации. Те дети, которых мы готовим к ходьбе, для них, конечно, курсы должны быть более интенсивные. И интервал где-то курсов может быть раз в 3 месяца по 2 недели. Чтобы научиться ходить, нужно хорошо стоять. Для этого нужны процедуры, занятия с физическими терапевтами, массажи, курсы бального лечения, вода, иглорефлексотерапии и физиолечения. Стоимость одного курса более 150 тысяч рублей. Ресурсы родителей Маши истощены. У мамы возможности работать нет, заработков папы уже не хватает. Сегодня Русфонд объявляет сбор средств. Вот так, шаг за шагом, каждый день Маша борется со своей болезнью. В этом году она пойдет в школу и мечтает сделать это самостоятельно. Если вы готовы помочь, отправьте смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Светлана Тисон, Сергей Радаев, Вести, Новосибирск.